Queridos amigos, todas las series y películas en este canal están en su idioma original ruso. Para activar los subtítulos en español, por favor siga estos sencillos pasos. En la esquina inferior derecha hagan clic en configuración, seleccionen subtítulos, elijan el idioma y por supuesto no se olviden de suscribirse a este canal. Que disfruten del cine ruso. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я совсем забыла, что нужно за квартиру платить сегодня. Я думала, что у меня есть только за полмесяца. Я сейчас посмотрю. Вот, возьмите, пожалуйста. Мы так не договаривались. Оплата помесячная, никаких исключений. Не нравится – съезжайте. Нет, что вы, у меня жених скоро вернется, и я зарплату получу, и так что мы все заплатим. И куда же-то он отбыл? Сбежал? Нет, он уехал на заработки, за границу. Так что он вернется, мы, не волнуйтесь, обязательно заплатим. Я не волнуюсь, это ты волнуйся. Я через неделю зайду, не будет денег, ищите другое жилье. Всего доброго. Промазала. Ну, ничего страшного. Патроны-то не боевые, пули резиновые. Тут главное в корпус попасть, если что. Вот так. Если что, что там с магазином? Брак поменял? Проблем не было? Ну, а куда они денутся? Все под контролем. Только вот любимец твоя, Дина. Что с ней? Опять просила аванс. Говорит, что у нее финансовые трудности, за квартиру нечем платить. Дал? Нет. Правильно. На сегодня хватит. Нет, ну а что ты хотела-то? Совсем на шею сесть? Здесь никогда не платят наперед. Что-то мне нехорошо. Неужели ты не понимаешь? Я тебя сюда привела, а ты меня подставляешь. Свет, может, ты мне займешь? Ты нормально вообще, нет? Тебе теперь платят больше меня. Ну, коллекционная! Ну и часто с тобой такое? Второй раз. Я думаю, что это нервы. У меня дедушка умер. Я квартиру потеряла, и мне сейчас за съемную тоже платить нечем. И Витя, мой жених, он тоже куда-то пропал. Алла Валерьевна, я заплачу за это платье. Зарплаты. Или когда Витя вернется.
Я понимаю, как тебе сейчас тяжело. Ты не волнуйся. Я тебе дам денег. В долг. Хватит слезами давить. Лучше бы заказ уследила. Много там? Много. Не знаю, надо в полицию, наверное, звонить. Пусть с собаками приезжают. Да бесполезно. Ничего они не найдут. Да и вообще, навряд ли будут что-то искать. Ну что ж, девочки, придется вам работать несколько месяцев без зарплаты. Света здесь ни при чем. Она с опытом, она не могла. Я оставила кассу, в магазине никого не было. Благородно. Как возвращать будешь? Я не знаю. Ну, детский сад. Дин, ты пойми меня, сумма недостаточно серьезная. Но я опять пойду тебе навстречу. И запишу ее тебе в долг. Лавана, это никуда не годится. Мышь, я спасибо тебе скажу. Я правда не виноват. Устроила тебя на свою голову. Свет, ну прости. Алло, Свет, слушай, со мной что-то не так, дико тошнит и голова кружится, а? Извини. Алла Валерьевна. Вовремя. Ну что ты, что ты? Посиди тут. Подожди меня. Я с врачом поговорю. Уже около 7 недель. Девочка здорова. Просто такая реакция организма. Витамины, питание, отдых. Все нормализуется. Как бы я хотела быть на ее месте. Кать, а мои результаты анализов из Германии пришли? Алла. Ну, может, все-таки есть какая-то надежда? Ты можешь тратить деньги, ты можешь ездить в лучшие клиники, но это бесполезно. Тот аборт нарушил репродуктивную функцию. А она что? Ты о чем? Ну, это девочка, Дина. Рожать собирается? Я не думаю. Я же по глазам вижу. Одни радуются, а другие... Дура. У тебя невероятная способность вляпываться во всякие неприятности. Теперь вот аборт придется делать. Зачем? В данном свете сейчас тяжело. Но мы всегда хотели... С каким Витей? Витя же исчез.
Испарился, как будто его и не было. Он уехал на заработки. Ты же сама говоришь, что 2 недели от него не весточки. Это же очевидно, что он тебя бросил. Глупости. Ты его совсем не знаешь. Не будь дурой. Ну, с такими проблемами, как у тебя, да, пожалуй, любой сбежит. Наверное, с ним что-то случилось. Может, он в коме, в больнице, в плену. Тогда не сиди, сложа руки. Сходи в полицию. Да, вечером забирайте. Это я вас хочу спросить, где Виктор? В работе не появляется, трубку не берет. Я на его место уже мастера другого взял. Стасик! Да! Пойдем. Так вы сами отправили его в Германию, в командировку. Я отправил? Может, не вы. Ну, знаете, Егорыч! Может, он другое СТО устроился? Другое СТО? Его теперь в самый паршивый гараж не возьмут, ключи подавать. Уж я об этом позабочусь. До свидания. Пошли, мужики. До свидания. Девушка, погодите, я вообще ничего не понимаю. Кто пропал? Зачем уехал? В общем, так, вот вам бланк, ручка, пишите заявление. Угу. Рустам, передай. Дежурный Емельян. Вам бы в немецкую полицию обратиться. Так точно. Бундесполицай. Ну, у вас же есть там, наверное, какие-то связи. Вы же можете, да, как-то узнать у них? Есть. Ага. Я предлагаю так и написать. Ахтунг, ахтунг. Уважаемые господа немцы, срочно бросайте все свои дела и ищите нам пропавшего жениха. Рост, телосложение среднее, лицо круглое, да? Да. Я вам фото оставлю. А лучше свое. Зачем? Где? А вдруг ваш жених не объявится? Так мы вам замену найдем. Это же наша работа. Вы же при входе видели табличку «Брачное агентство»? Пуля, я сказал. Вообще-то я к вам за помощью пришла. Послушайте, заявление мы примем, но вы нас тоже должны понять. Мы здесь преступников ищем, а не пропавших женихов. О, какая встреча. Добрый день. У вас что-то случилось? Здравствуйте. Ничего. Я могу вам помочь? Все у меня прекрасно. До свидания. Так, кто тут девушка бежит? Макс, да кто ее бежал-то? Да? Просто прикольнулись и все. Прикольнулись. Он заявление написал. Жениха в Германии ищет. Нет. Дина, значит. Это же она тогда оказалась рядом, когда на меня бандосы напали. Нехорошо получилось. Я это возьму. Бери. Хотел еще раз поблагодарить за... Пожалуйста. Что-то еще? Я нашел Виктора. Что? А где он? Он жив? Да-да, он жив и здоров. Но он летал не в Германию, а в Эмираты по туристической визе. И был там не один, а с женщиной. Неделю назад вернулся и живет с ней. Подождите. Этого не может быть. Это какая-то ошибка. Я делал запрос пограничникам и выяснил, где и когда он пересекал границу. Здесь адрес и фотографии. Спасибо за информацию. Главное, что он жив и здоров. До свидания. Подождите. Возьмите мою визитку. Зачем она мне? Знакомство со следователем не бывает лишним.
До свидания. Привет. Привет. Дин, ты меня прости, я хотел позвонить, но времени никак не было. У нас будет ребенок. Я думала, тебе будет интересно. Ну да. Дин, ты не пойми меня неправильно, но ты уверена, что это мой ребенок? Что? Ну... просто можно ведь сделать, чтобы ребенка не было. Ведь так? Можно ведь. Еще не поздно, Дин. Можно. Да. Да. Поработай кулачком. Интенсивнее. Куда же у тебя вены все попрятались? Так, есть. Так, есть. Что-то случилось, Екатерина Сергеевна? Динка, ты чего удумала? Ты что, с ума сошла? Чего ты расселась? Давай, пойдем отсюда. Так, жгут, развяжите. Да-да, конечно. Пойдем, пойдем, пойдем. Ну, давай, давай, ну все. Все, мой хороший. Все хорошо уже. Паспорт твой из регистратуры я забрала. Пусть у меня побудет. Зря вы все это. Мне нельзя ребенка. Меня завтра из квартиры выгоняют, и платить нечего. Интересно, где ты собиралась жить без ребенка? На складе до весны. На складе? Брось. Живешь у меня, в загородном доме, даже не спорим.
Сейчас заедем за твоими вещами. Адрес говори. Валерина, а зачем вы все это делаете для меня? Я не хочу, чтобы ты повторила мою судьбу. Я в молодости тоже такая же дурочка была. Обиды, сложное положение, маленький город. Потом сделала аборт. Теперь у меня есть все, но я не смогу больше иметь детей. Поверь мне, это очень страшно. Гоша приехал. То есть вас тоже бросили? Неважно. У меня деловая встреча. Ты отдыхай, располагайся, приходи в себя. Слушай, ты меня достал со своими штучками. Открывай ворота. Меня никто не предупредил о вашем приезде. Ух, вот калитка. Ты как? А я еще не закончил. А я закончил. Что происходит? Да вот этот. Не открывает ворота. Какого черта? Меня никто не предупредил о его приезде. Да ну его. Поехали. Поехали. Вы очень добрая женщина. Правда. Обо мне так никто не заботился после смерти мамы. Ну, дедушка, конечно. Он очень меня любил. Но дедушка – это немного другое, понимаете? А папу я не знаю. Он бросил маму, когда она была беременна. Господи, зачем вы меня достали из этого кресла? Я не хочу так. Я не хочу одна, без мужа. Я не хочу рожать ребенка от человека, которого ненавижу. Понимаете? Понимаю. Роди ребенка для меня. Что? Я хочу, чтобы ты родила ребенка для меня. То есть вы хотите, чтобы я родила и отдала его вам? Угу. Но это невозможно. Почему? Это лучше, чем убить его и себя искалечить. Давай договоримся так. Я закрываю все твои долги, обеспечиваю всем. И после родов выплачиваю тебе компенсацию для отдыха. Это оптимальный вариант? Господи, почему все так? Да все хорошо будет. Встретишь ты хорошего парня, нарожаешь ему сколько захочешь. Пойми, сейчас по-другому нельзя. Я ведь правда его ждала. Думала, что он в Германии. Но разве можно так? Но ведь он мог просто прийти и сказать мне, что он меня не любит, что он уходит, и это ведь правда, это ведь было бы лучше. Я согласна.
вот что еще. Никому не говори, что ты здесь. Скажи, я сделала аборт и уехала в Муром. Зачем? Ну, у тебя первые роды. Суррогатной матерью оформиться тебе нельзя. Запрещено. Я встану на учет, будто беременна. Ну, у меня связи. А после родов ребенка сразу запишем на меня. Это не вполне законно, понимаешь ли? Я понимаю. А институт? А институт? Возьмешь академ отпуск. Чтоб скучно не было, будешь шить. Ты же у нас будущий дизайнер. Алла, ты где? Ау! А? Я здесь. Салат, правда, очень вкусный. У тебя все нормально? На работе, дома? Да, все хорошо. Ну, я все сделала правильно. Ты довольна? Ты получила то, что ты хотела? Да, получила. Дина теперь без жениха. Но зато на втором месяце беременности. Ничего себе. Я думала, что мы развлекаемся. Оказывается, ты по-взрослому решила достать девчонку. А зачем это тебе? Ну, за тем, что ее мамаша 20 лет назад увела меня, любимого человека. И из-за нее я сделала тот самый аборт. Ну так и разбирайся со своей бывшей подругой. При чем тут дочка? Маринка погибла 7 лет назад. Ну так тем более. Оставь малую в покое. Пускай она выходит замуж за своего Витьку. Господи, он мне надоел, как горькая редька. И рожает ребенка. Родить-то она родит. Но ребенка заберу я себе. А она тебе не отдаст? Отдаст. У нее, знаешь, какая недостача у меня в магазине? Приличная сумма. Ей никуда не деться. Так это твоих рук дело? Ничего себе. Ал, а зачем тебе чужой ребенок? Ну, не такой он и чужой. То есть? Ладно, давай, хватит об этом. Давай есть. Спасибо. Я на самом деле замерзла. Но тут так хорошо. Не хочется идти в дом. Давно вы здесь живете? Давно. А как вас зовут? Вас никто не называет по имени. Григорий. Григорий Вересов. С днем рождения! День. А мы вообще-то сантехника ждем. У нас там под ванной течет. Ну, костюм сантехника я не нашел. Где Дина? Какая Дина? Нет тут никакой Дины. Как нет? Она же здесь живет, правильно? Нет, здесь живу я уже пару дней, как квартиру снимаю. Вы точно не сантехник? Я идиот. Извините.
Григорий, давайте пить чай. Спасибо, Дина. В этом доме у всех свой чай. Я думаю, Алле Валерьевне это не понравится. Ну, мы Алле Валерьевне ничего не скажем. У вас есть семья? Нет. Почему? Не сложилось. Кого любил, не удержал. Остальные оказались не нужны. Твоя семья? Мама давно погибла, а дедушка умер месяц назад. Так что я одна. Ну вот Алла Валерьевна помогает. Ну ты скоро станешь мамой? Ну да. А твой отец? Я не хочу о нем говорить, я его презираю. Он бросил маму, когда она была беременной. Нашей судьбой не интересовался никогда. Бывает. Это тебе? Мне? Ну и ну. С днем рождения. Смотри. Ничего себе. Спасибо большое. Спасибо большое, Алла Валерьевна. Они очень красивые. Ну что, пойдем праздновать, именинница? Григорий, пойдемте с нами. Да нет, спасибо. Я поздравляю. Но у меня очень много работы. А я думаю, что Алла Валерьевна не будет против. Я против. Тебе не нужно с ним общаться. Он вроде добрый, хороший. Ну да. Тот еще святоша. Зачем все это затеяла? Думаешь, у меня рубашки нет? Мне надо практиковаться. Я ведь хочу в институт возвращаться. Угу. Могу все навыки потерять. Что-то... Ух, что? Подожди. Так. Приляг. Приляг. Сейчас, ну-ка, голову подними. Сейчас я врача вызову. Ты напугала меня. Как ты себя чувствуешь? Уже лучше. Лежи. Поясница болела. Я вообще испугалась, как я рожать-то буду. Вдруг не получится. Ну, об этом можешь не беспокоиться. Ты будешь рожать в самых лучших условиях. Что, опять плохо? Шевелится. Толкается. Вот. Здесь. Вот. Да. Да. Чувствую. Привет, малыш. Вот еще слышу, да. Он меня слышит. А вот еще. Пяточка.
Я где-то читала, что они в утробе все слышат и все понимают. Малыш, малыш, хороший мой. Я, пожалуй, к себе пойду. Спокойной ночи. Будет лучше у Аллы. Вот. Все нормально. Никакой патологии нет. Вот. У вас мальчик. Да, алло. Я слушаю. Поверните, пожалуйста, экран ко мне. Так а вы все равно там ничего не увидите. Ну как же, он вчера шевелился, толкался. Пожалуйста. Просила не показывать ей. Ну что ты? Ну что ты? Это все нервы, Солнышко. Сейчас поедем домой. Успокоишься, отдохнешь. Ну, успокойся, дорогая. Как ты передумала? Ты в своем уме? У тебя ни денег, ни жилья, ни работы. Дина, очнись. Я не могу. Что значит не можешь? На борт, значит, смогла пойти, я тебя из-под ножа вытащила. А теперь, видите ли, ей самой ребенок нужен. Простите меня, пожалуйста, Алла Валерьевна. Простить? И долги все твои простить? И мои затраты? Ты знаешь, сколько стоило оформить документы на ребенка? Я все верну. Нет. Обо мне ты подумала? Я ведь живой человек, этот малыш. Мне нужен этот ребенок. Ты ведь знаешь все мои обстоятельства. Я больше... Ну, Валерий, пожалуйста, отпустите меня. Нет, ты никуда отсюда не уйдешь. Ну, он мой. Поздно. Он мой. Попробуешь сбежать, я заявлю в полицию. Ты же ограбила мой магазин. У меня свидетели имеются. Гоша и Светлана. Ты попадешь в тюрьму, а ребенка отдадут в детский дом. Подумай, нужно тебе это? Эй! Сюда иди, поболтаем. О. Здорово, Витек. Че здорово? Думал, не найду. В смысле? В смысле, должок за тобой. Вить, ну ты чё? Меня ж самого кинули. Менты приняли, прессовали. Еле отмазался. Там такой замес был. Это твои проблемы! Твои проблемы! Деньги, вернее, разошлись! Мне жить не на что! Ни одна собака на работу не берет! Вить, деньги верни! Вить, ну ты чё? Я сам тебя искал. Смотри, есть офигенная темочка. Зачем с кем-то делиться, правильно? Мы можем сами. Разбирать, сами угонять и сами продавать. Вить, я уже начал. Мне нужен хороший напарник. Понял? Ну ты чё? Ну блин, ну хочешь эти бутылки собирай? Ну ты ж в теме, Витёк. Ну чё, по рукам?
Да. Так точно. Опять угон. Снова из-под сигнализации. Едем. Делаешь? Я искала паспорт Аллы, забрала его у меня. Пожалуйста, выпустите меня отсюда. Мне надо уйти. А что произошло? Мне страшно, пожалуйста. Алла хочет отобрать моего ребенка. Как отобрать? Алла училась с моей мамой в одном классе, но почему-то скрыла это от меня. Теперь она мстит, поэтому она хочет отобрать моего ребенка. Я прошу вас, пожалуйста, выпустите меня. Она страшный человек. Подожди. Как звали твою мать? Я Марина Чайкина, пожалуйста, я не могу здесь оставаться. Собирайся, уходи, Алла скоро вернется. Ты куда сейчас? К тетке в Ясмине. Понятно. Стой. На, вот, возьми. Сейчас, подожди. Вот. Держи. Спасибо. А вы как? Она ведь вас не простит. Ты себя береги. Иди. Спасибо. Нет, Гоша, не сегодня. Ну, не до тебя мне. Слушай, не напрягай мне мозги. Домой, Дина. Я все знаю. Вы учились вместе с моей мамой, но зачем-то скрыли это от меня. Давай домой. Вы заперли меня в своем доме и хотите отобрать ребенка. Вы что думаете, я совсем дурочка? Вы мстите нам за что-то, да? Не придумывай. Марш домой. Я не отдам вам моего ребенка. Отдашь. Ты родишь в тюрьме. Я сделаю так, что тебя лишат родительских прав. Ребенка отдадут мне.